Здравствуйте. Автомобильный аккумуляторный пылесос. Простоял полчаса на зарядке. И никаких признаков жизни не подает. Разберем, посмотрим, в чем дело. Напряжение на зарядном устройстве присутствует 8,9 вольта. На бирке указано, что стоит три аккумулятора по 1,2 вольта. 1400 миллиампер час. Проверяем напряжение на аккумуляторе. Три и три вольта. Так, ну главное, чтобы был исправен мотор. Попробую подключить от блока питания. Отпаял от мотора один провод. На блоке питания выставил 4 вольта. Мотор рабочий. Нагрузка 6 ампер. Значит, буду переводить питание на литий-ионный аккумулятор. Я уже подобное делал. Этим пылесосом пользуюсь для уборки рабочего стола. Использую для этого аккумулятор 18650, у меня есть бэушный с хорошей остаточной емкостью. Я его проверял вот таким прибором. Модуль контроля заряда ТП-40-56. Расположу его где-то так или так. И в этом районе поставлю модуль так, чтобы была видна индикация заряда. Уберу лишнее. Мне нужна только кнопка. Мне нужна только кнопка. Собрал схему
закреплю все на термоклей. Модуль расположил так, чтобы индикация была напротив отверстия. Для улучшения яркости закреплю половинку корпуса светодиода. Собрал. При полной зарядке переключится на зеленый. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.